Друзья, привет! Вот хочу вам показать циперус, который буквально посадила дней 7, может быть, максимум 10 назад, как они вымахали. И вот я теперь вот эти вот все вот, которые укореняла, я их просто сейчас аккуратно срежу, и у меня останется вот это мое растенице. Ну, вот так вот срезала, и все, у меня теперь полноценный куст. Получается, сейчас будет развиваться. Вот летом, вот именно сейчас я поливаю прям очень обильно. Можно сказать, что здесь вообще болото стоит. Вот здесь вот видите, даже сейчас влажно, прям сыро. И у меня же без дренажного отверстия вот это вот, как бы мое кашпо, это кашпо фактически. И вот видите, вылила прям вода, 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 вода. Можно сказать, прям такое болотце. И на лето это очень даже хорошо. Получается такая зеленая сочная зелень. Прям вот супер растет. Но к зиме надо будет немножечко полив сократить. Если в доме прохладно, ну или когда прохладно, чтобы ну, не загнили от холодной температуры корни. А так-то вот, вот так, ребят. Вот такой у меня циперусик, папирусик. Ну а вот с этого я срезала, вот видите, вот они обрезанные сухие, теперь можно их еще короче обрезать. Вот это обстригала и укореняла в воде. Вы видели, как я уже сказала вам, сделаю в описании. И тоже я поливаю прям сильно, прям чтобы вода стояла. Но у меня в этом горшке есть дренажное отверстие, поэтому как бы вот поливаю. Сейчас летом сильно. И стоит у меня не на прямых солнечных лучах, а как бы так в полутени. Вот так вот. У меня здесь такой зеленый уголок. Ну, на этом все. Вот весь мой обзорчик. Пока-пока, ребят. И вот еще, ребят, хочу показать, как буйно цветет герань. Прям буйно. Сколько ножичек еще выпускает. Уже сколько срезала. Срезала. Здесь вот такая вот есть герань. Красная. Это сорт Рада у меня. Розовый София у меня сорт называется. И вот еще в том горшке тоже видите, как стоит. Вот. На фоне облезлых стен такая яркая красная зелень. Вот, на улице очень хорошо она себя чувствует, очень. А если бы в землю посадить, то вот эти вот шапки были бы в два раза бы больше, крупнее.